заниматься акробатикой, потому что мама работала тренером именно по акробатике. Как-то не очень, наверное, получалось. Результатов особо не было. И в лет 8, как бы со слов мамы, не хватало для батута одного человека для команды вилейской. Ну, меня взяли попробовать, подготовили там за неделю, за две. Ну, выступил, мои первые соревнования прошли довольно-таки неплохо и связал свою жизнь с этим видом спорта. Не было никаких результатов, перспектив, ничего, невозможностей. Ну, не видел себя в спорте, поэтому пошел в колледж с друзьями просто за компанию. В этом же году, наверное, взялась Ольга Анатольевна. Я все еще занимался, и как бы она видела, что у меня была высота, сложность, но не было техники, то есть, ну, как пойдет, то есть я прыгал. Благодаря ей, то есть, я добился такого результата. Она взяла себе все в контроль, вот это все. Последний раз в лейке был, наверное, 1,5 года назад. Плотный очень график, как бы соревнования, то пандемия, то есть сидели на одном месте. Первая моя медаль была на чемпионате мира, первенство мира в Болгарии. Да, вот это самая первая медаль. Но такие смешанные чувства, то есть я знал, что могло быть 2 золота, но я тогда серебро взял, то есть по моей ошибке это все было. 4-й стал тоже по моей же ошибке. Ну, по глупости, то есть. Скорее, более разочарование было, чем какая-то радость. Терпения, то есть, мне не хватает. Вот из-за этого тяжело. Начинаю психовать уже иногда, что когда много не получается. Ну, либо именно в своей работе, то есть, долгие выходы, то есть, выждать сетку не могу. Ну, тороплюсь, то есть. Много чего говорит тренер по этому поводу. Иногда выгоняет с тренировок, когда уже перепалка начинается, то есть, ну, до такого доходило. На последней Олимпиаде у меня были такие мысли, что, знаете, сам с собой общаешься, то есть, сам, ну, спрашиваешь себя, сделаешь ты, не сделаешь комбинацию, вот, общался сам с собой, то есть, успокаивался как-то так. Не рассчитывал я на медаль, когда я ехал в Японию, я рассчитывал именно на финал, на 8-ку, то есть, а медаль — это уже как пойдет, то есть. Главное было отобраться 8-ку, а там уже можно и пробовать что-то большее. После своего выступления я не ожидал, что будет золото, потому что, ну, допустил ошибку, видел, как китаец какую оценку набрал, то есть я думал, что не перепрыгну его, и когда увидел, что у меня оценка больше, чем у него, у меня потекли слезы, что, то есть, ну, сбылась моя мечта. Вся комбинация у нас длится, но у меня 18 секунд, ну, 18,5, то есть так. Разные мысли посещают за это время. То есть, ну, все зависит от того, где ты прыгаешь. Если по углам, по краям тебя куда-то скидывают, ты думаешь, как бы не упасть, и, то есть, вот такое. А иногда, что вау, открылся чуть раньше, такой вау, полет. Головокружение иногда бывает такое, что именно когда ты сложную комбинацию делаешь довольно-таки мало, ну, в первые разы пробуешь, что ты слазишь, и у тебя голова кружится. Именно летчики, космонавты, что-то такие, перегрузки какие-то. Когда исполнил свою мечту, настала какая-то пустота. То есть уже все, добился чего хотел. Ну, сразу же поставил себе новую цель. Стать неоднократным, по крайней мере, чемпионом. И хотя бы как Дон Донг, ну ладно, это мечта уже, побывать на 4 Олимпиадах и более. То есть, ну, не просто побывать, а иметь медаль. Прям это было бы шикарно. Пока перестал немного прыгать, небольшой отдых дал сам себе. Ну, сейчас к маме поеду, там отдохну немножко, а потом уже опять в бой.